Дорогие мои друзья, сегодня чудесный день. Сегодня во всем мире отмечается Международный день леса. Я и мои помощники, жители сказочного леса, призываем вас беречь наше природное богатство. Ведь лес – это легкие нашей планеты, которые мы должны ценить и о которых нужно постоянно заботиться. А еще не забудьте сегодня поздравить друг друга с Днем Счастья! Ведь счастье – это то, о чем каждый из нас мечтает и к чему стремится. Поэтому я вам всем желаю весеннего настроения, улыбок хороших, добра, благополучия и счастья. На Руси было принято на счастье дарить подкову. И этот подарок для вас, мои родные, с Международным Днем Счастья!